Ну вот, улетели калибры, зато пришли кролики к нам на бэк-ярд. Зима будет длинная, знаешь, поэтому кролику надо будет хорошо покушать. Мы ему посадили хорошую травку. Вот, он жует себе все, что может. Но так, чтобы вы не подумали, что я это снимал в зоопарке в каком-нибудь, а у себя дома. Поэтому я вам покажу, где это все находится. Вот приблизительно, где этот кролик тут и живет у нас. Судя по размерам, я думаю, он так размером с хорошую кошку. Этот кролик. Ну, травка качественная. Ну, там под елочкой у нас такая пыхта такая растет. Он тоже там сидит. Наверное, там у него какие-то вкусные... Земляничка. А может, там земляничка там есть, да. Какие-то корешки. Ну, в общем, хорошо ему так.